она открыла сама свою собственную школу. Меня зовут Василиса Кукуяка. Я сразу подойду и заберу у тебя это. Двойка! Неправильно! Два! Она в ней директор, учитель, управленец. Я внук рисования. Я знаю, что это твои чипсы! Да я тебя лучу, потом тебя. Я барабан сломал. Всем привет, друзья! У Васьки не за горами школа, а значит, она не за горами и у нас. Мы поэтому постепенно так пытаемся к ней готовиться, к этой школе. И вот сегодня решили поиграть в эту самую школу, чтобы почувствовать, как это будет, как это вообще, вы поняли, короче. Василиса предложила сделать это по-другому. Она предложила сделать вид, что она открыла сама свою собственную школу. Она в ней директор, учитель, управленец. А мы с мамой будем... У нас сегодня будут уроки, у нас сегодня будут перемены, у нас сегодня будет физкультура, у нас сегодня будет еда в столовой. И всем этим будет управлять Василиса. Василиса. В школе Василисы правила только Василисы. Ну все, погнали. Так, а где ученики? Здрасте. Здрасте. Уберите сначала свой гусар. Как вас зовут? Ленок. Бутынчик еще. Да вроде был еще один. Слышь, ботан, ты что с парашютом прыгать собрался? Падай сюда. Не смешно. А у нас только одна парта? Ой. А дачки? А когда уже перемена? Спасибо. Когда перемена? Марина Ратиборовна. Меня зовут Василиса Кукуяка. Какое невероятное совпадение. Меня тоже зовут Кукуяка, только я Денис. Фамилия совпала с учительницей. Как интересно, и я Кукуяка. Че, достаем тетрадки? Да. Хорошо. Че, роботы? Да, это роботы, я люблю роботов. Роботы крутые, по-моему. Их два, между прочим. Третьего убили. А какой первый урок? Первый урок рисования. Рисование? Да. Это что-то связанное с едой от слова рис? Нет. Это была шутка, я, конечно же, знаю. Рис, ну. Рисовать он будет робота, а ты будешь мехомора. Мехомор — это кто? Ёжик. Не подскажу. Я знал. Мехомор – ёжик? Да. Почему да. Мне так сложно, а ему всего лишь робота? Потому что у нас фамилии одинаковые. Подлиза. Подлиза, не подлиза. Зато у меня будет красный диплом. Не ссорьтесь. А то я тебе получу оценку. Плохую оценку поставите? Да, тебе. Я понимаю, что я не... Извините. Пикачай! Я буду в столовую. Я вернусь, когда сделаете УЗЭ. Ты робота, а ты мехомора. Хорошо, я рисую робота. Мехомора — это вообще кто? Слышь, ботан. Мария Радиборовна! Вообще ничего не было. Просто было. Орёт я что-то. Я видела! Правильно, было. Смотрите, она в школе, а у неё татуировки уже, Мария Радиборовна. Стучара. Вообще как... Я вижу, что у тебя тоже татуировка. Вы молодцы, потому что татуировки – это красиво. А, да опять. Кукла, ты что, робот? Ну что это? Это я еще не дорисовал. Я специалист, я рисую роботов с первого класса. Я чемпион области по рисованию роботов. Меня даже как-то раз позвали на конкурс роботорисования, и я нарисовал очень крутого робота, и мне дали 4-е место. Хотя участников было 3. Я готов проверять. Вы готовы проверять? Я готов вам показать своего робота. Это мой робот. Его зовут Валькирий. Молодец. Я тебе ставлю 5. Ура! А поставьте меня сюда, чтобы я маме показал, и мама сказала: молодец, конечно, ты, Егор. Хоть ты и не Биг Бэби Тейп, но я поняла, что не зря назвала тебя Егором. Это моя любимая оценка. Хочу, чтобы у меня в красном дипломе были только такие оценки. Спасибо большое, Мария Ратиборовна. Мехомор. Неправильно! 2! Вы даже не объяснили, кто такой мехомор? Можно я, Мария Ратиборовна, можно я нарисую мехомор, и вы скажете, правильно или нет? Можно? Да. Давайте. Я нарисовал мехомор. Вот он. Это же мехомор? Да.
Молодец. Спасибо. Можно мне еще тоже 5? Еще 5. Моя мама придется мне сдаст деньги на шторы. Давайте, мне лучше 2 пятерки. Да, вот в эту тетрадку все равно, да. Она мне не нужна. Она какая-то странная тетрадь ни одного робота. Руки бери. Ой, больно, между прочим. Рюкзак закончился, сейчас обед. У меня тут специальная школа, у меня специальные продукты. Специальные продукты? Да. О, интересно. Надеюсь, не каша. Каша — это вообще лучшее, что может быть. Добро пожаловать. Ух ты, какой обед, а я думал, будет каша. Знаешь что? Что? Ты получил хорошие оценки, и очень мама, тебе можно. А ты получил плохие оценки, тебе можно что-то одного, либо что-то из этого. Вот, учение свет, не учение, голод. Я должна выйти, чтобы вы не хулиганили. Если я услышу, что ты забираешь хотя бы одни предметы его, тогда я сразу подойду и заберу у тебя это. Ну все, уходите, Мария Ратиборовна, все под контролем. Я пока буду пить вот этот лайм. Жирные, жирные, постится, жирные, жирные. Чипсы! Кидает в меня! Хулиганище какое! Стучара. Чипсы не кидай в него! Согласен! Ничего я не кидала! Все, извините, Мария Ратиборовна, спасибо, что пришли, можете отойти еще раз. Ты что? Стучара! Ты что делаешь? Мария Ратиборовна! Мария Ратиборовна! Это он, это не мои чипсы, это он накидал. Вова, наказаны, и наказание уборка. Сейчас у нас урок музыки. Можно, а сначала я тебя научу, потом тебя. Я барабан сломал. Я вам пою песню, а вы должны угадать. Кукула Поти пие стопина. Кукула Поти пие стопина. Я знаю, что это за песня. Это песня. Манкраб? Манкраб? Манкраб. Это песня Манкраб. Майнкрафт. Майнкрафт. Песня про маму, да? Да. Yes! Что это? Такое вообще нет такого. Просто не смотришь ТикТок. Ты просто пушка, а малышка безделушка. Я знаю. Ты просто пушка, а малышка безделушка. Кобяков. Нет такого. Правильно. Правильно? Я тоже угадал. Я знал ответ. Я просто не среагировал. Давайте. Знал-то, господи. Тебе 5 и тебе 5. Получается, сейчас кто получит в 3-м раунде 5, тот и победил на уроке музыки. Да, только финальная музыка еще. Хочу всегда петь на этом мире. Мне так грустно от теплых рук твоих. Я молодая, мне еще грустно без теплых рук твоих. Можно я? Я знаю ответ. Это песня Кобяков, Майнкрафт и Газманов. Песня называется «Гороховое недоразумение». Что значит правильно? Такого вообще не существует. Зайди в Spotify, который отключили любимый в России. Сейчас перемена, мы будем играть прятки. О, обожаю прятки. Я лучше всех прячу. А что после перемены будет? Урок физкультуры. А где форма ваша? Для физкультуры? Да. Моя в рюкзаке лежит, вон там, вон мой рюкзак. А у тебя форма есть? Ха-ха, у меня еще форма самая красивая. Я в прятки обыграю, форма самая красивая. Есть форма. Двойка! Солидарен во всем. 5. Мне мама Lexus купит. А у тебя не то, что машина, тебе мама даже тройку не купит. Знаешь что? На метро. 1, 2, 3, 4. То есть 5 соединений на лото. Нашла. А где ботом? Нет. Пойдемте покажу. Тулки. Где он? У меня есть отличная идея. Попробуем сбить грушу. Все! Ай, больно!
Я победил? Как тебя полка-то выдержала? Меня пятеркой? Меня пятеркой? Нет, тебе 2, а тебе 5. Вот и наступили черные дни. И тебе тоже 5. Ну, ему можно. А вот и посветлело. Можно ему за сообразительность 5 поставить. Фу, пыли наглотался. Ты чего это прицепилась? Влюбилась? Не твоего ты бесишься? А чего? Лошара этот, его форма. Сейчас я ему устрою. Тебе физкультура. О, физкультура! Сейчас я вам покажу, у меня форма самая красивая. Я хочу найти свой... Где рюкзак мой? Рюкзак тут лежал, пропал рюкзак. А как я пойду заниматься физкультурой? Ни подсказки не работают твои. Пойдем покажу. Пойдем. Лошар. Вот он. Не шути со мной, я слушаю Оджибуду. У меня есть шутера. Чего? Вот мой рюкзак. Испачкали рюкзак. Доволен? Папа. Зато не мешает вам показать мне мою форму. А где моя форма? Носки. Ладно, я пойду туда заниматься так. Ладно, хорошо? Конфуз какой. Мог бы рюкзак и не искать. Ну и куртка у тебя, конечно. Нормально. Мне, мама... Твой любимый цвет? Да, мой любимый цвет. Мама сказала, что в школе все обзавидуются. Да, Админ, посмотрите. Ага. Я что-то устал. Можно я пойду да, уже? Стой, ботан. Ноги на ширине плеч. У меня такие плечи. Что, долго мы там? Мы что, солнцу кланяемся или что? Мы? Легкие выпады? Это когда муравьи бегут. Разгоняем пухи. Что делаешь? Тазобедренный сустав разминаем. Копчик размят так, что аж по жарку. Тебе высшие баллы. Высшие баллы? Высшие баллы это я люблю. Высшие баллы. Что такое высшие баллы? Там вышибить некоторых. А как играют высшие баллы? Мария Резьборовна, как играть? Мечом в лицо. Это же просто обычный мой день тогда получается. Кто-то заподержится, то победил. Да. А кто не поддержится, то не победил. И получает 2. Мария Ратиборовна, кидай тебе, скорее давай. Вспотела, припотела чуть-чуть. Мама, наверное, скажет, чем куртка пахнет. А главное, что не табаком. Потому что не курю. Пот это спорт. А спорт моя мама уважает. О, продержалась, всего лишь ничего. Чертовщина какая-то. Не попала, не попала. А 2 из 2. Спорт не мое, походу. Тебе 2, тебе 5. Спорт приносит боль. Понял, розовое недоразумение. Умные всегда в спорте почему-то проигрывают, а вот тот, кто... Что, где сидите, я сам открою, вот вы всегда побеждаете. Ты бот, она. Ты дерешь. Теперь занятие. Тупелый по одному догонит на велосипеде. Подождите. Кто это? Кажется, я проиграл. Опять поражение. Я сейчас вам покажу, как надо уворачиваться. Нет, это не считается. А, у тебя, да, за куртку, за куртку. Да. На то он и учитель. Он нам преподает свои экстрасенсорные способности. Не попал? Нет. Так, ну на физкультуре я получил 2. Но по сумме сегодняшнего дня победил, конечно, я с уверенным отрывом. 5 нахватал. Много. Физкультура, считаю, предмет полезный, но не точный. Как может быть точно наука, которая опирается только на мышцы? Мышцы. Тут даже корень слова «мышь». А мышь – это сосед крысы. А крыса всегда считалась нечестным чем-то. Получается, что физкультура – это что-то несерьезное. Нет, друзья, физкультура – это круто. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Ну и лайки ставьте нам тоже еще. Вот такая школа у нас получилась, а ты пиши в комментариях, понравилось тебе или нет, и отдал бы ты своих детей в такую школу или сам хотел в ней учиться. А еще смотри вот этот ролик, уверена, он тебе тоже понравится. Ну что же, пока-пока!